И всем привет, с вами Низирамос, мы продолжаем играть Resident Evil 3 на... В общем, с модификацией. Вот неизвестно, сейчас имеет ли хоть какую-то силу свойства данной модификации, или... Все уже, потому что зомби уже перестали быть какими-то особенными. По крайней мере, перестают казаться таковыми. Элеватор. Гласит нам надпись. Так. Угу. Второго-то обязательно собираем. Хоть мне столько лекарств уже явно не понадобится. Потому что все сложные боссы уже кончились. Дальше впереди будет только все простое. А, ну да, тут дверь. Ты что она нам говорит, я что-то не помню. А заблокирована система безопасности. 5 системы безопасности. Питание системы. Окей. Пробоводы, ошибка. Для снятия блокировки требуется ручная проверка. Тут у нас. Отстаньте от меня! Вы сковопендры недожаренные. Отвали от меня! Ты... Ё-моё! Что ж вы творите-то? Да отстань ты от меня! Да чего вы делаете? Охренели совсем уже? Да. Не бог так сходил. Так, не, эти патроны даже брать не буду. У меня усиленные есть, мне их уже явно хватает. Да. Конечно, эти сквапендры меня сейчас знатно так покусали. Еще тронули ведь. Я что, повезло, что у меня лекарства с собой были. Так, ну, пробу воды берем. Фух, у меня есть синяя трава. Так, ну и надо слопать обычную траву. Чтобы здоровье стало совсем. Совсем, так сказать, окей. Здесь у нас порох должен быть, по-моему. Да, 3-3. Мы сейчас с помощью этого пороха сделаем себе гранаток. Давайте сразу образец воды вставим. А то места нет. Так, устройство проверки. Так. Настраиваем, не подходит. Ну это только одно положение. Так, второй щупаем. Мне кажется, оно явно не может быть. Ну ладно, так, в эту сторону тогда прощупаем. На позиции по умолчанию оно явно не может стоять. Я уже по своему опыту проверил. Так.
Так. Раз фигачили. На кусочки это все дело. Так, давайте пока не будем, пускай лежит. Я хочу эти... вот эти вот хреновины домешать. Кстати, а если я сразу сделаю С, Б? Так, а если я сделаю вот так вот? И... сразу один из гранат. Нормально. Давайте еще вот их чуть-чуть сделаем. Ну, для разнообразия вот этих. А то что? Все есть, а огненных так и нет. А так будут все. Гранаты по чуть-чуть. И этим боезапасом я пойду ушатывать следующего босса. Хотя я не уверен, что он все их сумеет впитать в себя. Потому как здоровье у него, конечно, все-таки не резиновое. Я даже дробовик уберу. Кстати, вот этот ключик-то мне больше не нужен. Я не уверен, что я вообще туда буду спускаться. Так, начнем с простых. Кстати, не, сейчас давайте посильнее возьмем. Сейчас могут быть опять эти... сквапендры необжаренные. Отпустит меня. А. Фух, свалил. Кстати, погоди, дробовик-то надо взять. Я же забыл, что потом же зомби попрут. А зомби с гранатомета расстреливать неудобно, как минимум. В общем, все вот эти гранаты я планирую впитать в Немезиса. С которым мы сейчас познакомимся. Используем диск. Эх ты, гад. Поймал меня. О. Ну,
нет, не эти, вот эти вот. По порядку. А я у него одну руку, кажется, откусил уже. Так, давайте бежим отсюда. Ничего себе ты бешеный. Ага. Чё он это, видишь, атакой бьёт? Ага. Ты чё, охренел? Ты чё, нас видишь, что ли? Смотрите-ка, впитал все... все мои заряды. Ну все. Смотрите, как раз все гранаты, что я заготовил, я и потратил. Отлично. И, кстати, вот до меня только вот сейчас, когда я вот сейчас играю, дошел один забавный факт. То, что немедленно смыл прямо вот в этот колодец, который вот, вот эта жижа, откуда эти сквапендры повылазивали. Он, наверное, он там и булькает. Я думал, вот куда-то вообще в неизвестное место. Но вон там как раз эти спуски. Ну, давайте я сейчас даже слезу вниз, покажу. О чем я говорю. Главное, чтобы меня не убили сквапендры. Так. Давай, цокай сюда. Она не знает, что я здесь. Вот видите, вот эти стрелочки. И, собственно, сам вот эта сама система. Как раз оно примерно с того места и идет. То есть вот, где комната была закрыта, там все спустилось, и вот прям в это болото стекло. Я как-то раньше об этом не задумывался. Именно оттуда сейчас Немезис понабирается всякого. Всяких нехороших способностей. Которые ему, правда, вообще никак не помогут. Но это уже мало кого волнует. Особенно его, по-моему, это меньше всего касается. И беспокоит хоть как-то. До меня, кстати, дошло, что я забыл патроны Магнума взять его. Недалеко от этого, ну перед мостом, где они месяц скинули. Что нам еще понадобится? А неизвестно, что нам еще понадобится. Так.
Магнум понадобится, в принципе. Миномету за этот день, скорее всего, так и не воспользуюсь. Да, немножко гранат возьмем. Которыми даже, скорее всего, не факт, что я буду вообще пользоваться. Закрыто. Дверь с виду прочная. Миниатюрное место под карточку. Ну и вот этот кирпичик возьмем с собой. Красота. Так, ну надо в любом случае сохраниться будет. Так, печатная лента. Последний, надеюсь, сохранение. Их и так было более чем достаточно, я считаю. Охренеть, насколько более чем достаточно. Ну ладно, вот так. Там еще сейчас трава будет. Траву тоже сейчас немножечко поедим. Ключ-карты больше не нужна. Выбрасываем, разумеется. Шутите, не вздумали. Да я не думаю, что нам понадобится много лекарств с собой. Портативный приемник РЛС. Чё, понять, что это значит? Ну да ладно. Так, вот здесь где-то в мусорке, по-моему, лежат патроны к магнуму. И кто только догадался патроны к магнуму выкинуть. Явно человек еще более расточительный, чем я. Хотя куда уж еще более. Так и... А, нам, погодите, нам, по-моему, не это надо было сделать. Это... Да, это в другой... по другому пути. Конечно, не очень понятно и логично, зачем блокировать эту дверь. Точнее, эти жалюзи. Или как он там по-научному называется, я не помню. Носок чей-то. Или сапог. Ах ты, каракатица. Опаньки. Тело большого человекообразного существа. Тут запах горелой плоти. Естественно, не поддается. Такую дверь даже уже, мне кажется, просто так не выколупаешь туда. Не хочет. Checking data. Warning. There is not enough power to activate the system. Красота. Battery connected.
Бах. Чё, всё под давлением плюёт. Давай сначала подключим, запустим систему. И только потом будем с ним сражаться. О, дождик. Ох ты ж. Ну а теперь давай побазарим. Смотрите-ка на него. Хитрая какая хреновина. Давай. А, все, он обиделся. Какая жалость. А, нет, еще, смотрите-ка. А, нет, все, да. Что-то это, по-моему, быстрее двигалось, чем надо. Кстати, тут я, по-моему, ни разу не показывал, что будет, если просто дождаться финального. То есть... Я даже сам не помню, что именно произойдет, если дождаться. Ну да. Он сам закончился. Просто последнюю силу в этот плевок положил. Так, панель управления подъемником. Это, видимо, тот вертолет, который Николай бы не... Николай не спёр. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ну, мы с вами прошли этот мод. В принципе, он оказался, ну, далеко не таким сложным, как я ожидал. Но, в принципе, это потому, что я не сражался с немецким в каждой битве. Потому что... Только... Даже с любой битвой, мне кажется, я бы не справился.
потому что... Ну, разве что, конечно, с последними, уже когда во второй половине игры, когда он преобразовался после сражения возле башни, он после этого стал, как обычно, себя вести, разве что в самой последней катсцене он немножко резко разогнался. Ну, а в этом, в принципе... Ну, с формой во второй половине игры у меня спокойные шансы справиться были, потому что я, естественно, как называется, естественно, я с ним справиться мог бы, потому что самый обычный Немезис, что с ними справиться. А вот Немезис до, все вот эти формы, начиная с полицейского участка и вплоть до битвы возле башни, вот с ними справиться тоже такая проблема, как мне кажется. Ну, может быть, кому-то из вас станет интересно попробовать самому этот мод. Если я не ошибаюсь, ссылку на него я оставил в описании. Ну, на этом мы и заканчиваем, я думаю. А что еще тут делать? Естественно, сейчас ранг Е выдадут, не лучше явно. Или F, я не помню, там есть, есть ли такой вообще или нет. В общем, самый худший ранг, который только возможно, мне сейчас и выдадут. А, нет, надо же. D, а не E. Чё так? Непонятно. Ну ладно. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу данной модификации. И до новых встреч в следующих видео.